Сегодня я буду готовить пирог из киселя. Все ингредиенты, которые для него понадобятся, я уже здесь подготовила на столе. Если в количестве, то сахарного песку нужно 3 столовых ложки, муки также 3 столовых ложки, масло сливочного грамм 50-70. Остальное здесь хорошо видно. Кисель я купила рассыпчатые пакетики, поэтому я ее высыпала в стакан. Сода нужна чайная ложка, я ее буду гасить лимонным соком. Для приготовления теста в первую очередь я смешала в миске яйца с сахарным песком и солью. В яйца затем я добавила сливочное масло. Я его растапливала, потому что заранее не вытащила из холодильника, но вообще мне больше нравится добавлять размягченное сливочное масло. Затем добавила кисель, муку, сахар. Все размешала. В последнюю очередь буду добавлять кефир и яблоки. Тесто у меня готово. Таким красивым оно получилось. Сейчас я буду печь пирог в мультиварке в режиме выпечка. Пирог получился влажным, сочным, но я именно такое хотела. Я обожаю такое тесто. Надо сказать, что в мультиварке печь его мне было не очень удобно. Снизу он подпекся хорошо, а сверху он долго оставался сыроватым. Поэтому пришлось его печь очень долго по времени, часа полтора точно. С одной стороны где-то, наверное, час. Потом я его очень аккуратно перевернула при помощи тарелки. Тарелкой накрыла чашу мультиварки, а потом перевернула и снова в чашу опустила. Той стороной, которая не была не пропечена. Состав ингредиентов для теста по количеству я придумала сама. Пекла по этому рецепту первый раз, поэтому в следующий раз можно немножко ее видоизменить, чтобы легче было переворачивать в мультиварке. Например, добавить кефира не чашку, как я добавляла, а половину ее, или даже слегка поменьше. Если вам понравилось мое видео, то поставьте мне, пожалуйста, лайк.